В Каннске прошло открытие краевого семейного фестиваля «Финансовая грамотность», на котором в роли экспертов выступили представители следственного подразделения и общественного совета при ОВД. Познавательное мероприятие состоялось на базе школы номер 18, где развернулось множество обучающих, игровых, консультационных, лекционных, тематических площадок. Сотрудники юстиции и общественные деятели встретились с родителями школьников в рамках работы локации «Финансовое мошенничество». Они рассказали слушателям о самых распространенных схемах обмана, работая по которым злоумышленники хладнокровно похищают денежные средства потерпевших на многомиллионные суммы. Во время обсуждения темы акцент был сделан на защиту конфиденциальной информации, особенно на сайте госуслуг. Правоохранители призвали участников встречи принять защитные меры к имевшимся у детей банковским и пушкинским картам. После чего предложили пройти тестирование и узнать, насколько они могут противостоять мошенническим действиям. За правильные ответы знатоки получили специальные купоны, которые смогли обменять на сувенирную продукцию.